Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу продемонстрировать вам, какой чай очень популярен у нас в Луизиане. Вот один из них называется, даже, ну, здесь не четко Луизиана, а Луизианна. Что-то такое. Надеюсь, я правильно произношу. Ну, и мы называем этот чай луизианский. Смотрите, с 1902 года. Он интересен тем, что пьют его в охлажденном виде, не горячим. Вот, видите, со льдом. Но этот чай луизианский, он хотя бы заваривается похожим способом на всем известный способ, с помощью кипятка. Вот, правда, здесь пакетики такого большого размера, вот, необычные. Вот, потому что его заваривают в большом количестве. Вот. Вот. А вот этот вот чай, это всем известный бренд Липтон. Но чем он интересен, друзья? Видите, тоже целый кувшин здесь вот на картинке. Его пьют в большом количестве, со льдом. Мало того, что со льдом, он еще заливается просто холодной водой. Вот и все. Я подумала, раз просто холодной водой, то зачем обязательно кипяченая вода? И я смотрю рецепт. Здесь вот написано, что... Я его буду делать, кстати, в заварном чайнике, просто потому, чтобы... Поставлю этот чайничек в холодильник для охлаждения. Так. Это тоже чай из пакетиков. Вот такой чай мы любим на юге. Некоторые пьют, конечно, чай горячий, но очень редко. Прочитала я рецепт. Вот такой тоже большого размера пакет. К нему добавить нужно 4 чашки воды. Чашка выглядит вот так. Видите, здесь написано «одна чашка». Вот такой размер. Мне нужно 4 чашки. Крепкий чай, я тоже не заметила, что в почете у нас. Даже вот по картинке, так, 2 чашки я пока налила. По картинке, видите, такой слабенький чай. Поэтому его пьют тоже большими дозами. В большом количестве он делается. И пьют его тоже большими стаканами. Кстати, для такого, для приготовленного таким способом чая, в принципе, и чайные чашки-то не нужны. Видите, вместо заварного чайника используется кувшин, например, да, и просто стеклянные стаканы используются. Вот, я еще хочу кинуть, я собрала у себя в огороде, у меня начал расти спирмент, так, вид мяты. Я еще покидаю эти листики туда. Вот это мне нужно опытным путем определить. На такой объем, сколько мне нужно будет. Вот, добавила. Это я делаю впервые. Вот, может быть, вообще это спирмент лучше добавлять, честно говоря, в холодный чай. Я этого не знаю. У меня это эксперимент. Вот. Сейчас отправлю в холодильник, а потом лично я буду использовать термос-кружки. Лед я не хочу добавлять, но это мое личное, друзья. В основном все-таки люди здесь у нас на юге пьют чай со льдом. Вот. Хотя вот получается, что лед-то тоже потихонечку тает и еще разбавляет чай, да? Вот я сейчас об этом задумалась. Видите, везде чай со льдом. Для меня лично просто достаточно, что постоит в холодильнике. Вот я гляжу внутрь чайника, уже начинает цвет меняться. То есть
несмотря на то, что вода холодная, чай все-таки приготавливается в холодной воде. Вот. Для меня это было удивительное явление. Я до приезда в Луизиану никогда чай не готовила таким способом, что заливается просто холодной водой. Вот, теперь и вы будете, друзья, знать, какой чай мы пьем здесь в жарком климате у нас в Луизиане.